Вітаю, дорогі друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Як і завжди, по понеділках ми зустрічаємося в цій студії з представниками силових структур. Я Катерина Тригубова, а в нашій студії гість Віталій Петрович Сологуб, заступник начальника управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків у МВС України в Миколаївській області. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про діяльність управління і про те, чим небезпечні наркотики для нас, для людей дорослих, для людей молодих, і як боротися всім з цією навалою. Віталій Петрович, неоднократно ми з вами зустрічаємося в этой студії. Естественно, тема, она, в принципе, одна и та же, но все-таки, к сожалению, оставить ее, не обращать на нее внимания, не говорить о том, что наша молодежь, люди более старшего возраста, к сожалению, тоже вроде бы как умные, воспитанные, должны как-то больше немножко, да, понимать в том, вот, в том, в чем опасность, скажем так, наркотиков, все-таки подвержены этому влиянию. Какая сейчас самая такая популярная возрастная группа у наркозависимых? Добрый вечер еще раз. Ну, говорить о популярности здесь очень сложно. К сожалению, в процессе работы, в общем-то, мы встречаемся и с 12-летними, и с 50-летними, но... А можно говорить, что на омоложение идет последнее время, или такой тенденции нет, она всегда одна и та же? Ну, говорить о том, что идет омоложение, наверное, я думаю, нет, потому что, в общем-то, возрастная группа была и есть всегда одна и та же. Это 14-30 лет. Угу. Ну, можно единственное, что сказать, большую любопытство испытывают все-таки, начали уже там не 18, не в 20 лет, а все-таки где-то 14-16 лет. Угу. Есть и 12-летние. Ну, будем так говорить, слава Богу, что это пока еще... Малое не так количество, да. Угу. А вот какие внешние признаки для родителей? Да, давайте сразу уже начнем там с советов родителям. А какие внешние признаки у ребенка, например, появляются, если он употребляет опиаты, опий? Ну, давайте мы начнем, наверное, с того, что, будем так говорить, если родители находят у молодого чада там иглы, шприцы или зеленую растительную массу, похожую на укроп, так, будем так говорить, каннабис, то или следы инъекции на ногах, руках или в паху, то я думаю, здесь уже комментировать ничего не надо. Здесь надо бить в колокола и принимать какие-то действия. Все-таки, если не так явно? Ну, каждый из родителей должен понимать. Он знает, я так надеюсь, хорошо свое чадо, и если есть отклонение в поведении, он по-любому должен обратить внимание. То есть ребенок вроде бы как бы приходит в состояние опьянения, но запаха алкоголя нет. Бьем в колокола. И изменение двигательной активности. То есть мы знаем, как себя всегда ведет ребенок. Здесь какие-то изменения. Или размашистость в движении, или медленность в движении. Бьем в колокола. Беспричинные изменения настроения. То есть или несоответствующей данной обстановке возникновения там смеха, или там, будем так говорить, плач начинается. Тоже начинаем обращать на это внимание. Изменение кожных покровов, то есть бледность, не свойственная молодому чаду, или покраснение лица. Непонятно, почему это происходит. Тоже бьем в колокола. Изменение слюноотделения, то есть или сухость конкретная, или, будем так говорить, как от седативных препаратов, обильное слюноотделение. Это, опять-таки, нехватка денег. Ребенок постоянно ищет деньги, спрашивает деньги, или, не дай бог, уже, конечно, пропадают определенные вещи. То есть изменение речи, это пытается ребенок четко говорить, это должно натолкнуть на определенные мысли, или ускоренность речи, или замедленность. Это, будем так говорить, общие признаки, на которые нужно обращать внимание. Если говорить конкретно об опиатах, это и героин, и морфин, и опий, свойственные для города Николаева и Николаевской области. Это, будем так говорить, сонливость. То есть я не думаю, что это нормально, но, к сожалению, опыт показывает. То есть молодой человек сидит,
и засыпает сигаретой. Это он не может четко выражать свои мысли, заторможенность в разговоре. Это не суженный конкретно зрачок, то есть он не реагирует на свет. Это бледность кожи и явная краснота губ. Это все явные признаки того, что ваш ребенок начинает употреблять опиаты. И это не обязательно говорить о том, что это опий. Это может быть и героин, и морфин, и тот же там и трамадол. А вот хорошо, вот это все заметили, да, понятно, что потом это уже устраивать на лечение, обращаться к специалисту, это уже потом, это как последствия. Что делать в этой ситуации вот сразу же, да, вот видишь, твой ребенок абсолютно не в неадекватном состоянии, наверное, надо обратиться к медикам сразу. Что это должно быть, скорая помощь или там хватать его и везти в просто больницу? Ну, то есть вы смотрите по состоянию ребенка, насколько это, ну, будем так говорить, вызывает опаску в его поведении. Если, естественно, он сидит и не может ничего сказать, и, будем так говорить, лицо побледнело, естественно, вызывайте скорую помощь. Если есть, будем говорить, надежда, что вы быстро сами довезете, пожалуйста, везите в наркологию или в токсикологию БСМП, пусть принимают решение уже медики в этой ситуации. Здоровье ребенка гораздо важнее и жизнь, чем опаска, ой, поставят на учет, ой, обратят внимание. В любом случае надо обратиться в медицинское учреждение, хотя бы для того, чтобы понять, что это, потому что там же берутся правильно анализы и полностью ведется обследование. Спайсы, это мы уже знаем, что это торговая марка, но ими, так сказать, называют все вот эти смеси. Да? Ну давайте что с ними сейчас? Объединим это в одну группу психостимуляторы. Mm-hmm. Это амфетамины, метамфетамин, это ЛСД, это так называемые спайсы, то есть курительные смеси, миксы, те же самые соли. В общем-то, направление это амфетаминовый ряд. Действие, будем так говорить, гораздо сильнее оказывает на организм они, чем тот же опий. Последствия, в общем-то, одинаковые для всех наркотиков, довольно-таки нехорошие. Если говорить по спайсам, то это расширенные зрачки у ребенка, это кашель, это покрасневший белок, это, будем так говорить, откуда ни возьмись, у вашего ребенка тот же там капли для глаз. Это для того, чтобы убрать красноту. Это повышенная активность, энергия у ребенка. Он хватается за все, ни на чем не останавливается. Перескакивает в разговоре с одной темы на другую. Это он пытается быстро делать все дела, но у него они не получаются. То есть он не может сидеть на одном месте, он, будем так говорить, оживлен. Это кашель. У ребенка. Мы прекрасно понимаем кашель, грубо говоря, от простуды. И кашель такой, это сухость губ. Ну, будем так говорить, мы говорим это о общих признаках. У каждого человека реакция может чуть-чуть отличаться от нормы. Если мы говорим, например, об амфетаминах, да, это может быть высокая подвижность. Ну, 10% это та же самая реакция, как на опий, заторможенность в действии. И будем говорить, самое, что опасно, будем так говорить, дозировка здесь не просчитывается, и очень часто это заканчивается передозировкой. То есть начинаются галлюцинации, ребенок не отдает отчет своим действиям, и он может, грубо говоря, перейти дорогу не в положенном месте, может выйти с 5-го этажа. Может, ну, простым языком биться головой об стенку трое суток. То есть здесь реакция организма не просчитывается вообще. И, в принципе, мы когда встречаемся с молодыми людьми, ну, мы прекрасно понимаем, почему некоторые из них начинают пробовать те же самые спайсы, амфетамины, метамфетамины или экстази. Есть определенная группа молодых людей, они собираются, они что-то обсуждают. Где-то какой-то из молодых людей начинает делиться своими подвигами с противоположным полом. Да, есть реакция, это повышенная возбудимость, половое влечение, но в процессе встречи с молодыми людьми мы всегда говорим, через, будем так говорить, определенный промежуток времени вам это влечение уже не нужно. То есть последствия – это импотенция.
И если, будем так говорить, родители видят эту реакцию, здесь уже однозначно нужно обращаться к медикам, потому что последствия непредсказуемые. Еще остался третий вид, который тоже популярный, к сожалению. Хоть, может быть, это слово здесь и не совсем правильно, да, но другого подобрать невозможно, потому что каннабис, да, конопля, нет, это то, что знают все, даже кто никогда в жизни не употреблял наркотики, а просто живет в городе Николаеве. Да. К сожалению, есть вот эта слава наша. Каннабис, какие признаки, если ребенок его употребляет? Будем так говорить, действие вообще каннабис, молодой человек. Каннабиса приблизительно по воздействию, как психостимуляторов. Это расширенные зрачки, это красные глаза, это покрасневшие губы, это зверский аппетит, это сухость во рту и это активность, движение. И опять-таки беспричинный смех. Опять-таки здесь сложно говорить во всех направлениях. Все зависит от того, что употребил молодой человек. Каннабис – это общее понятие. Конопля есть разная. Да, это зависит от реакции организма на это. Это зависит от дозировки. Но это, будем так говорить, общие признаки внешние, по которым родители должны, как говорят, обращать, на которые родители должны обращать внимание и, как говорят, предпринимать определенные действия, если они это заметили. Лучше, да, вы можете, родители могут ошибиться, все бывает в жизни, но каждый знает свое чадо, и один второй раз ошибиться, это невозможно. Ну, в любом случае, если ребенок приходит не в таком состоянии, к которому вы привыкли, и в котором привычное, комфортное, нормальное, то уже повод задуматься о его здоровье, естественно. И в любом случае обратиться к медикам не лишне, потому что пусть вы потом извинитесь, да, пусть вы потом поговорите с ребенком и скажете, да, я был неправ, извини меня, пожалуйста, и мы с тобой будем, вот перевернем эту страницу и будем просто больше доверять друг другу, больше как-то друг с другом общаться на разные темы, даже на самые сложные, чем вот пропустить тот момент, после которого уже нужно будет обращаться в центр реабилитации. И, к сожалению, по опыту, и даже вот кто на наши программы смотрит регулярно, по опыту работы центров различных, то не всегда есть возможность и есть такая ситуация, которая исправима. К сожалению, некоторые клиенты центров, даже которые сознательно туда обращаются и очень хотят это бросить и изменить свой образ жизни и сберечь свое здоровье, к сожалению, они просто уже не могут после определенного количества времени это сделать. И это ужасно, потому что мы теряем близких. Лучше до этого не доводить. Все, что вы сказали, это внешние признаки. Это самое начало, допустим, будем считать, что это самое начало. К сожалению, при неоднократном приеме, даже, может быть, при коротком времени, возникает привыкание и, соответственно, возникают последствия. То есть человек – это уже человек болен, это заболевание. Какие последствия вызывают, ну, может быть, не каждый из этих видов, но вообще вот наркотическая зависимость? Потому что сопутствующих заболеваний, к сожалению, развивается невероятное количество. Ну, давайте я отвечу по основным группам, которые, к сожалению, свойственны для Николаева и Николаевской области. Каннабис. Неважно, как его называть, конопля, марихуана, гашиш, неважно. Последствия какие? Это, во-первых, токсичное воздействие на организм. Во-вторых, через определенный промежуток времени это мышление шизофреника. И это импотенция. Я не знаю, но в принципе мы всегда это говорим молодым людям. Я думаю, их это должно сдерживать. По опиатам. Это гепатит, это СПИД, это однозначное повышение дозы. Хочет это человек, не хочет. Это уже опыт. И однозначно это потерян человек для общества. И, будем так говорить, опиаты очень плачевно действуют на организм. Иммунная система гробится, и, в принципе, любой человек, который допускает немедицинское употребление опия, может через определенный промежуток времени умереть также от простуды, и это вымывание кальция из организма. По психостимуляторам. В общем-то, примерное воздействие, как и по каннабису, это человек худеет, человек стареет, мышление человека как шизофреника, это
Потеря аппетита – это импотенция, это нарушение сна, это психозы, это мания преследования, это, как говорят, тяга к суициду. И, к сожалению, это не голословно. Опыт, в принципе, показывает, что это реальность. И психостимуляторы, еще раз это повторюсь, это и амфетамин, и метамфетамин, это и экстази, это и так званые курительные смеси, миксы, соли. Неважно, как это называется. То, о чем мы говорили, это медицинские аспекты. Да. Это влияние на здоровье, на общее состояние организма, это сокращение длительности жизни, потому однозначно. Что... Никто, наверное, не видел наркоманов 70 лет. Вот человек, который системно, может быть, есть какие-то уникумы, но, к сожалению, это очень короткий период жизни. И тоже стоит задуматься, почему терять вот эти вот года, да, которые можно плодотворно, хорошо провести в хорошей компании, с хорошей работой. Если родители или учителя заметили, то есть это может быть в школе, это может быть родитель, первое, конечно, вызвать медиков, обратиться к медикам. Дальше, как действовать? Ну, в принципе, я вернусь еще чуть-чуть к предыдущему ответу. Да, я это озвучил, медицинские аспекты. Я не останавливался уже, что это социальные аспекты, это, да, человек потерян для общества. Это однозначно правонарушитель, потому что законодательно у нас предусмотрена ответственность за приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Ну, будем так говорить, к сожалению, молодежь и немногие родители задумываются об этом аспекте законодательном. Если родители, будем так говорить, начали подозревать или заметили, что их молодое чадо начинает употреблять психоактивные вещества, перво-наперво, во-первых, они должны поговорить с ним, сказать, что они его любят, что они заботятся, привести примеры медицинского и законодательного характера. Я не думаю, что молодой человек осознает эти все аспекты. Они должны больше внимания уделять ему. Они должны его контролировать и не цураться того, что, будем так говорить, посмотреть на его лицо, посмотреть на его поведение, посмотреть, что у него в кармане, что у него в сумке, посмотреть на его переписку в интернете. Да, личное там пространство и все остальное, но вы потом больше пожалеете, если этого не сделаете. Вы можете обратиться в медицинские учреждения. Вы можете обратиться в медицинские учреждения частные или коммунальные, или государственные. Вы можете обратиться к психологу. У каждого молодого человека, я не знаю, корректно я это скажу или нет, восприятие должно быть такое, как у некоторых лицам, которые, будем так говорить, просматривают мусорные баки. То есть у него должно быть отвращение к тому человеку и к наркотику. Однозначно. Ну, во всяком случае, нежелание превратиться, да, вот в такой негативный пример. То есть даже заранее родители должны, грубо говоря, проходить мимо мусорного бака и сказать, вот ты превратишься в такого человека, если будешь пить, курить или употреблять наркотики. Заранее, то есть у него должна выработаться рефлекс к этому. И в тот момент, когда или друг, или товарищ, или знакомый ему предложит, он должен осознанно уже даже внутренне отказаться от этого. Тут главное тоже родителям не переборщить, да, потому что, чтобы не убить чувство сочувствия к людям, которым хуже, чем тебе, намного, и не превратить это в нежелание помочь, а то и, к сожалению, мы знаем примеры, когда к людям без определенного места жительства именно подростки относятся крайне жестоко, это избиение и даже убийство. Поэтому тут тоже нужно держать баланс. С 7 ноября вступает в силу закон Украины, он называется «О национальной полиции». 22 октября был назначен новый руководитель нашего управления, правильно, нашего или общего, нашего, наверное, Украины. Да? Украины, Украины, то есть до Николаевской области еще будет. Вот. Как меняется в связи с этим законом ваша деятельность? Понятно, что она остается, потому что она крайне важна, но все-таки, наверное, какие-то новшества в нее входят. Ну, 7 ноября стартует национальная полиция. До 7 ноября все сотрудники милиции пройдут, если смогут, переаттестацию. Кто пойдет на пенсию, кто пройдет переаттестацию, перейдет в национальную полицию. Кто не сможет пройти аттестацию, тот останется, как будем так говорить,
в милиции, которая прекратит свое существование, то есть пойдет, будем так говорить, на гражданку. Касаемо управления противодействия незаконному обороту наркотиков, да, 22 числа был представлен новый руководитель в Киеве. У него есть свое видение работы данного подразделения. Новый руководитель нас собирал в Киеве, высказал это свое видение, как он видит работу, как она будет построена. На сегодняшний день все сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков проходят внеочередную переаттестацию. Достойные после заседания комиссии будут переведены в национальную полицию. Те, кто не смогут, останутся за бортом. Основные задачи, которые поставлены новым руководителям, это активно противодействовать незаконному обороту наркотиков, контролировать легальный оборот и превенция правонарушений. В принципе, задачи поставлены четко, и есть жесткое требование их выполнения. Вот по поводу, я прошу прощения, вот мы с вами говорили в одном из эфиров, да, что вас мало, потому что было сокращение большое, были сокращены некоторые даже подразделения по районам, скажем так, и те инспектора, которых вот аж один был там в районном отделении милиции, он тоже исчез, потому что нету этой ставки, нету этого, нету этой должности. Вот как видит новый начальник количество людей, которые будут выполнять вот эти вот поставленные задачи? На сегодняшний день руководителям озвучено свое видение. На сегодняшний день поставлена задача, что численность будет 600 человек на всю Украину. Будет вертикальное подчинение руководителю. Будет создано бюро противодействия. Это отдельно, да? Да, наркотика. К этим 600? Нет, это выбрать. Это будет создано бюро по составу 600 человек. Вертикальное подчинение. Будет созданы межрегиональные подразделения, в состав которых будут входить областные подчинения, то есть будет 9 межрегиональных, и в каждое межрегиональное подразделение будет входить от 2 до 3 областей. Сотрудники будут отчитываться лично руководителю, и контролироваться работа будет лично руководителем, чтобы не было фактов коррупционных проявлений и нарушений законодательства. На сегодняшний день объявлен конкурс в Бюро противодействия наркопреступлениям. Любой человек, включая гражданский или сотрудник милиции, может подать заявку, пройти жесткий отбор, включая медицинские аспекты, профподготовку, физподготовку, тестирование, тесты на благонадежность, собеседование. И достойные 21 декабря начнут обучение, включая иностранных специалистов, и 31 января выйдут на службу. То есть есть надежда, что, будем так говорить, работа подразделение будет коренным образом изменено. Ну, будем так говорить, жизнь покажет и расставит все точки. Будем ждать, будем следить за событиями. 3 минуты остается, и поэтому блиц. Выводы. Когда вы встречаетесь с молодежью, какие выводы вы сделали? Насколько молодежь воспринимает то, что вы говорите, и отвращается от наркотиков? Ну, при встрече с молодыми людьми мы стараемся показать все дно и все последствия. И не ограничиваться словами, а показывать сюжеты из реальной жизни. Это раз. Во-вторых, я думаю, что все-таки должна быть более активно проводиться во всех направлениях антинаркотическая пропаганда, потому что молодые люди витают в облаках и считают, что 1, 2, 3 раза можно попробовать из качества любопытства или повышать свое там половое влечение. Но иногда 1 раз заканчивается смертью. Но лучше не надо вообще. Да. Если стал известен факт о продаже наркотиков, распространении, как человек должен обращаться в милицию и принимаются ли анонимные звонки, потому что многие боятся. Значит, человек может позвонить на 102, и будет реакция. Может, не сразу, потому что, будем так говорить, это требует определенной процедуры последовательно. И может обратиться не анонимно с заявлением в орган внутренних дел или в областное управление, а может также обратиться анонимно, письменно, в областное управление. И однозначно анонимный сигнал будет рассмотрен. Советы родителям в течение 1 минуты. Родителям?
Я понимаю сложную экономическую ситуацию, но будем так говорить, это ваш ребенок, поэтому уделяйте больше внимания ему, контролируйте его, объясняйте, что хорошо, что есть хорошо, что есть нехорошо, и я думаю, тогда у вас будет все нормально. Если есть подозрения, пожалуйста, в аптечной сети есть тесты, которые вы можете приобрести и дома в домашних условиях проверить свои подозрения. Главное вовремя заметить, чтобы не было потом поздно. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что были у нас. Приходите к нам еще с важной и нужной информацией. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час. Давайте довіряти один одному, давайте любити своїх дітей і все ж таки приділяти їм більше уваги, незважаючи на те, що у нас є зайнятість, у нас є робота, у нас є друзі, і у нас є купа проблем і якихось своїх занять. Але все ж таки найголовніше – це наші діти. Їх здоров'я, їх щастя, тому що щаслива дитина – це щасливі батьки, щаслива сім'я. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на нашому телеканалі. Телеканалі Миколаїв.